Всем привет! Сегодня мы сделаем силовую тренировку, направленную на все группы мышц. Корпус, кор, ноги, плечи, спина. Сегодня проработаем все. Тренировка относительно будет не длительная, но продуктивная максимально. Если вдруг не хватит нагрузки, вы все знаете, да, мы повторяем. Сегодня будем делать с вами, я сделаю один круг, ваша задача сделать три круга. Вот так. То есть мы сейчас делаем совместную разминку, делаем силовую тренировку, и после этого вы еще делаете два круга именно силовой, да, без разминки. Разминка – это начало для того, чтобы вы размялись хорошо. После того, как мы разомнемся, сделаем один круг, и еще второй, третий делайте самостоятельно. Итак, начнем с растяжки. Как обычно, левая нога у нас впереди, правая рука здесь, делаем закрытие, раскрытие. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Старайтесь таз опустить. Другая нога точно так же. Выдох, раскрываемся полностью, дышим глубоко. Хорошо, закончили. Ножки назад, прогнули спину немножко, смотрели в одну сторону, в другую. Таз отвели назад. Хорошо. Готовы. Суставы. Встаем. Делаем раскрытие. У нас колени немножко подсогнуты, раскрытие. Смотрим за направлением руки. Вправо, влево. Вправо, влево. Хорошо. Чуть-чуть глубже сели, руки за головой. Поворачиваем корпус. Насколько вам позволяет ротация, да, поворот корпуса, настолько нужно оборачиваться. Еще два, еще один, закончили. Ножки чуть-чуть выше на плеч, таз у нас отходит назад, руки как бы тянутся вперед. Хорошо.
хорошо. Нога впереди, встаем на стопу, колено согнуто. Прокатываемся. Раз, два, три, четыре, пять. Другая нога. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Нам понадобится коврик. Стопа одна в эту сторону, чтобы смотрит другая. Одна так, вторая в четкую сторону. Потянем таз. Четыре раза. Три. Два. Раз. Спина прямая. Меняем положение. Раз. Два. Смотрите, что у вас прям хорошо, да? Ротация по пятке не отрывалась. Колено смотрело четко вперед. Два. Три. Четыре. Хорошо. Встали здесь. Ноги широко. Насколько мы можем широко поставить. Ножки сначала соединяют стопы. Наклоняемся вперед. Разводим стопы. И стараемся чуть глубже сесть. Хорошо. Так, начинаем с разминки. Простой, да? Разминка это у нас сейчас будет приседание сначала, потом отжимание, пресс. Простейший. Потом мы начнем работать с гирей и потом перейдем на гантели. Итак, готовы? Ручки перед собой. Раз. Встали. Два. 20 раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И еще. Восемь,
9, 10. Хорошо, ноги чуть-чуть шире, лопатки отложены. 10 раз. Достаем пяток. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Полный подъем корпуса. Поехали. Раз. Ножки могут быть перед собой, могут быть за головой. Как вам удобно. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Хорошо. И еще одно упражнение на пресс. По очереди подтягиваем к себе колени. Можно дотрагиваться до пола, можно не дотрагиваться. 4, 3, 2. Раз. Хорошо. Мы сделали с вами разминку. Переходим к основной части тренировки. Так, у нас первое упражнение. Гиря. Так, у нас будет первое простое упражнение с присед, да, с уведением рук вверх. Раз. Руки высоко выводить не надо. Руки уходят за счет толчка работы бедра максимум до корпуса. До вашего живота, да? Раз. Два. Три. Делаем 12 раз. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отдыхаем. Еще два подхода по 12 раз. Вам лицом сделал. Два.
3. Вы помните, что у вас легкая гиря, да? 4. У кого гири нет, тут делается с водой. 5. 6. Раз, два,
к себе тянем. 5. Мы не делаем вот такое упражнение. Это будет потом. К себе. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Хорошо. Дышим. Если вода, можно попить будет после следующего сета. Поехали. 10. Вот я только просыпаться начинаю. 1. 2. Чуть быстрее. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Чуть-чуть легче гантели возьму, а вы также продолжаете со своим весом. Так, выполняем выведение. Боком сейчас покажу, да, потом лицом к вам. Выведение руки вверх. Делаем. 1. 2. Обратно, исходное положение. Каждый раз будем вводить руки в исходное положение. Делаем сначала 10, потом 15, потом 20. Приготовились. 1. Согнули ручки за головой. 2. Опустили. 1. 2. Опустили. 3. Опустили. 4. Опустили. Там согнуть, разогнуть, согнуть. Опустили. 6. 4 упражнения. У нас будет их всего 7. И потом вы помните, да? Вы сделаете 7 упражнений. По 3 сета. Если вам мало, вы делаете еще 1 или 2 круга. Итак, поехали. 1. 2. 11, 12, 13. Опустили, подняли, опустили. 14, 15. Ручки подзавили знатно. 20 раз. Итак, что, готовы? Я нет, на самом деле. Мне тяжело. Ну, поехали. 1. 2. 3. Ну, когда я не готова, все равно все делаю. В этом-то и отличается, да? То, что когда нам тяжело, мы все равно делаем. 5. 6. 7. В этом и отличается, да? Я говорю, чемпион от не чемпиона. Я же знаю, что вы у меня тоже чемпики. 8. 9. 10. Чуть-чуть. 2. 3. Четыре.
я тренирую так у вас. То есть у меня есть понимание цикла, да, функциональная тренировка, силовая табата. Есть понимание того, что мы сегодня, допустим, работаем на ноги, сегодня на пресс, завтра на руки. Но это не по записи, это важно, да, а по чувствам. Я каждую тренировку, которую записываю вам, я проработаю сама, вот, не заранее, а вместе с вами. Вместе с вами я знаю, что это будет классно работать. То есть нет такой ерунды, как это. Многие тренеры, да, ну как это, по шпаргалочке что-то делают. Я все делаю от души, вот у меня сейчас это идет, я это вам подаю. Ну, как-то так. И я всегда сама так тренировалась, я всегда удивлялась тренерам, которые дают каждый раз какой-то сюрприз. И какой-то сюрприз — это 100% сразу рост, огромный рост. А когда ты делаешь одно и то же, нет роста никогда вообще от слова совсем. Ну, я 22 года занимаюсь единоборствами, и когда я занималась у первого тренера, у него было всегда одно и то же, одно и то же, одно и то же, у меня не было там роста. Потом я пришла к одному тренеру великому, он заслуженный тренер России, он делал всегда сюрприз. Потом я попала к Ружосу, у него всегда были сюрпризы, потом отучилась много где и прошла много тренировок, и понимаю, что это очень круто. Очень круто постоянно быть необычным. Итак, что у меня с наушниками произошло? Следующее упражнение, которое мы будем делать. Сейчас я надеюсь, я не подключу. Следующее упражнение, которое мы будем делать, на пресс. На пресс, смотрите, нам нужно будет гантели. Еще минуточка души для вас. Нужно будет гантели, да? Вот. Будем делать жим руками вверх. Раз. Поднятие корпуса. Два. Итак, мы сейчас делаем 20 раз. Потом делаем 15. Потом 10. Готовы? Это пятое упражнение. Осталось всего немного. Жим. Раз. Подъем. Жим. Два. Подъем. Жим. Три. Подъем. Жим. Подъем. Жим. Пять. Подъем. Жим. Жим делать, когда голову поднимаете. Подъем. Жим. 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 Подъем. Каждый раз не сползаю с этого коврика. Жим. Подъем. Еще два раза. Жим. Подъем. Еще раз. Жим. Подъем. Сейчас будем делать 15, это 10 раз. Ручки знатно уже подзабились, если честно. Так, жим. Раз. Жим. Два.
10 раз. 5 осталось. Всего один подход, но большое количество. Вот. И еще одно упражнение тоже. Один подход и огромное количество. Итак, что мы делаем? Мои руки дышат. Сейчас будем делать тягу к себе, подъем, отведение в сторону. Тягу к себе, отведение. Будем делать с вами, давайте максималку, столько, вот давайте сделаем так. Сколько мы сможем вытащить, столько и делаем. Получится 30, окей, получится 20, окей, получится, может быть, 10, окей, да? На максималку делаем. Но тяга и отведение, это за один считается, само собой. Вот. Я думаю, какие гантели мне взять, наверное, полегче возьму. Итак, у вас вот такое вот положение, колени согнуты. Делаем тягу к себе, отведение. Готовы? И потом мы на спину упражнение сделаем, классно. И все. И всю эту тренировку вы делаете, повторяюсь, если вам мало, вы с основной тренировки, с силовой, делаете еще один круг или еще два круга. Готовы? Поехали. Раз. Два, три, четыре, пять. Локти четко назад, как будто бы руки в карманы, да? В карманы засовываете. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Это варикут. Я, честно, больше не смогла, очень сложно. По сути, мы в сете сделали 40 раз. Огонь. Еще одно упражнение, которое у нас осталось. Упражнение на спину. Особенно кто страдает болью в пояснице. Тут упражнение крутейшее на закачку
столбов поясничных. Мало упражнений, которые затачивают поясничные столбы. Но чтобы вы поняли, поясничный столб — это вот эта мышца, которая крепится под верхний наш шкаф, да? Вот. Мы сделаем и в целом растянемся, все, на этом тренировку будет закончено. Кому мало, мы, значит, делаем больше. Дальше. Ставим носочки, отрываем таз. Можно стоять, можно оторвать таз. Но для большего пресса у вас еще и пресс включит. Лучше таз оторвать. Делаем отведение назад в сторону. Назад в сторону. Назад в сторону. В сторону. Видите, я ногу не упрямляю, да? На этом наша тренировка окончена. Если вы делали качественно, этого достаточно, чтобы прям вообще классно свое тело в тонус крутой привести. Если вы делали это некачественно, где-то там что-то не получалось, я рекомендую сделать еще один или два круга. Будет варьироваться. До вторника, нет, я вам в среду дам последнюю функциональную тренировку. Не до вторника, а до среды. Следуем за последнюю функциональную тренировку в этом месяце, на этом курсе. Еще раз, я была рада со всеми поработать. Вот. Кто хочет, мы продолжаем совершенствовать, продолжаем тренироваться вместе со мной, вместе с Соней. Мы делаем, я так считаю, классную работу для вас, потому что все свои знания, всю свою любовь, всю свою душу я отдаю для вас. Каждый клиент, каждый ученик мой — это частичка моей души, поэтому будьте со мной. До новых встреч. Пока-пока.